Всем привет, с вами Бартоломео, со мной вместе... Ты где? Нету меня! Сегодня, короче, будет только голос Дэчима, потому что мы решили показать один вам крашек, который мы взяли на просторах... Ты просто не захотел крашить сервер, я все знаю. Который мы взяли на просторах Ютуба, сразу говорю, что краш этот не наш, но мы его добавляем в коллекцию, спасибо человечку, возможно, я оставлю ссылочку на его канал в описании, но у него канал маленький, он вообще не занимается этим, ему не интересны подписчики, походу. Он для личного использования. Да, он просто его, короче, выложил для того, чтобы пофиксить его. Короче, для краша нам потребуется распространенный не очень. Ну почему? Я не знаю, он распространенный или не очень. У нас его нету, короче. На нашем проекте его нету. Мод, который называется фурнитура, что-то там. Сейчас я подожди зайду. Вот, мистер Крайфиш фурнитурс мод. Вот, он добавляет кучу разных стулов, столов, ванны, всякие штуковины. Вот, можем мы добавим его на наш проект, если вы будете просить и писать в комментариях это. А пока мы покажем с ним краш. Для краша нам потребуется всего лишь микроволновка, которая крафтится, наверное, или не крафтится, не знаю. Знаешь, и тут надо звук. Она и так со звуком ставится. Короче, ставим микроволновку, берем воронку. Просто обычную воронку, ставим ее сверху. И берем еду сырую, которую мы будем готовить. Например, там можно. Хочешь мясо? Ну, можно мясо, можно курицу, наверное, можно. Вот я не уверен, что курица тоже будет крашить. Ну, короче, просто берем стейк, например, два штучки, и кладем их в воронку. Они попадают в микроволновку, и происходит краш-бабах, ач-ач. Вот. После того, как меня крашнет, будет черный экран, поэтому я немножко еще побегу в Майнкрафте, растяну немножко видео. Можно я, короче, минута рекламы? Вот сейчас минута рекламы от Дэчима. Да, минута рекламы от Дэчима. Ребят, короче, в описании есть сервер, называется vrealis.su. Там очень все круто, заходите, играйте. Также в описании есть ссылочка на Discord, на ВКонтакте, если я не ошибаюсь, на Instagram даже, я знаю, есть. Еще Барта есть в Одноклассниках. Заходите с нами, играйте, мы очень часто заходим на сервера. Посмотрите предыдущие видео, а чем больше лайков, тем быстрее идете. Я, короче, пока сфоткаю это все вот так вот, не сделаю скриншот. Короче, ладно, пора крашить. Просто кладем сюда две свининки, и так, хоп, все, и меня крашнуло. Вот такой вот черный экран вы теперь наблюдаете, я не очень специально экран это сделал. Да, после этого чанг сломан, все, никто, все, кто будет заходить в этот чанг, будет сервер падать. Конечно, все это могут починить кодеры, но вот такой вот крашек мы вам рассказали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Бартоломео и Дэчима, всем пока-пока. Пока-пока, ребят. Больше лайков, больше дюпов.